ребята, мужички уезжают на охоту. Эту лодку не могу покрасить. Сырая. Сохнуть надо. Провожаем на осеннюю охоту. Все, моторчик только что прогрели. Все. Мужички сейчас поедут. Ну, скажи погромче пару слов, Женя. Ты счастлив? Правильно. Классно. Да, это история. Лодочка готова, но никак покрасить не могу. Сырая, сырая. Упаковочки, да? Сегодня подсохнет. Может, вечером покрасим. Давай, давай. О, Женя, там распутывать надо. Вилы какие-то сделал, ёшкин кот. Давай, давай. Сейчас все узнаем. Попробуй заднюю дать, а потом снова подними. Вот, пригружены хорошо. Да. Да, грузу нормально у них. Неплохо. Первая пошла. Пятнашечка Nissan. На моей лодочке. Вот, богданы. Поехали. Давайте, парни, давайте. Они даже, по-моему, первые больше сидят. Все, Тахацу 18-й, но лодка 6 досок, большая, 9 метров, первая восьмерочка. Счастливые люди поехали. Они поехали в рай. Климент 32-й, господа. Специально для канала «Добрые походы». Сережка прозевал. Как есть. Сейчас клеймо накаливается, пацаны. Я просто смотрю издалека. Вот у меня, знаете, ну как бы лодка, лодка, женское имя. А вот у этой лодки как будто мужское, Рекс. Такой пятачок получился, как Рекс. Как пацан. Лодка пацан. Не знаю, это мое ощущение. Время покажет. Клемим. Для канала «Добрые походы» ставим клеймо со второй попытки. Не нагрел в тот раз. Все, пошла золотая. Дышать нечем. Все.
Все. Девочки клеменные. Сейчас внутри пшикаю. Ну, сделаю изюминку. Контраст будет, как на предыдущей лодке. Мне так понравилось просто. Ну, честно, понравилось. Все, лодочки будут работать. Человек хотел побольше, покрупнее. Вот у него носик. Раздатый такой, раздатый носик. Раздатый носик. Хороший. Почему мы широкие носами делаем, чтобы больше было раздатки? Ну, они захотели с узким. Вот он, узкий носик ихний, спокойненький, как они получили. Но работать впереди можно, можно достаточно работать. Уже темнота, вот, носик пролил, сейчас буду заливать до конца, полностью заливать. Все, что пропиталось, лодочка полностью пропиталась. Шик, 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 все, чтобы компрессор в каждую щелочку заходила. Вот она, пирожечка, нарисовывается тихонечко. Все нормально. Утро ранее, заморозок ночью был. Вся лодка в ине. Вчера покрасил. Сегодня, наверное, после обеда вот отойдет это все. Лочком впрысну. Добью еще разик. Клеймил. Клеймо заклеил. Вот так вот треугольничком хочу сделать. Посмотрим, что получится. Вот такие пироги. Осень началась.